Во Дворце культуры имени Ивана Франко 6 ноября состоялся первый республиканский фестиваль хореографического искусства по шоу-дисциплинам под названием «Кубок Донбасса-2016». 80 коллективов, более 700 детей приняли участие в грандиозном мероприятии, где они представили более 100 номеров. Сегодня большой первый кубок Донбасса хореографического искусства. То есть вообще он был традиционный с 2003-го, но в Республике Донецкой нашей он первый. Это первый кубок фестиваль хореографического искусства. Здесь представлены будут все номинации и народно стилизованный танец, и современный танец, и современный спортивный танец номинация, детский танец. Все-все номинации по шоу-дисциплинам. Коллективы республики – это из Угрес, это и Харциск, это и Енакиево, это и Новоазовск приехали наши гости. Вся-вся-вся республика, естественно, наш город Донецк, Макеевка. По словам Виктории Шевченко, основной задачей мероприятия является привлечение как можно большего количества танцевальных коллективов. Все же такое время мы хотим создать радость прежде всего для детей, для нас всех, чтобы поднялось у нас настроение. И хореография это жизнь, танец – это жизнь. Партнерами фестиваля выступили танцевальный центр «Виктория», Управление культуры администрации города Донецка, Управление молодежи, туризма и международных связей администрации города Донецка, а также Комитет по безопасности и обороне Народного совета Донецкой Народной Республики. Алина Черняева, Екатерина Бойва, Новороссия ТВ.